присвоили забытый кошелек и погорели на этом. В Сыктывкаре близится к завершению расследования уголовного дела по факту кражи денег. 15 января в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже кошелька с банковскими картами и наличностью в сумме 3500 рублей. Счета она заблокировала, а вот судьбу ее накоплений выяснили оперативники. В банкомате, где потерпевшая в последний раз пользовалась своим кошельком, по камерам наблюдения сыщики установили подозреваемых 19 и 20 лет. Задержанные юноши вину отрицать не стали. При выполнении ими операции в банкомате на терминале был обнаружен кошелек. В дальнейшем данные граждане совершили хищение указанного кошелька и потратили денежные средства, находящиеся в кошельке по своему усмотрению, на продукты питания и алкогольные напитки. Банковские карты и дисконтные карты они выбросили по пути следования к магазину, а сумму в виде 3500 рублей потратили на свои нужды. Приятели признались, на преступление пошли осознанно, прекрасно понимая, что за это предусмотрено наказание. Парням, которые ранее проблем с законом не имели, за кражу грозит до 5 лет лишения свободы. Впрочем, на первый раз они могут вполне рассчитывать на снисхождение суда.